Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65. Вот я тут выращиваю гранат в стиле майоги. За зиму он тоже отросил с такую шевелюру. Вон эти ветки вверху. Сейчас я их срезать буду. Короче, срежу. То, что мне загородили, все тоже. То же самое. Это я просто когда срезал, втыкал. Это я от него отросла. Втыкал. Если они прирастут, то я буду сюда его притащить, сколько. Ну не прирастут, подумаешь. Выброшу. Так. Сохнешь. Так, начнем снизу, наверное, с этой веточки. С этой веточки. Я ее здесь наверху растет, ее вообще делать нечего здесь. Так, вот эти вот я подвяжу здесь. Это тоже срежу. Видите, какие тоненькие, слабенькие ростки зимой, потому что нет освещения дальше. Вот это. Поэтому такая вот катавасия. Никак. Освещение. Солнце – это жизнь. Вода и солнце. Больше ничего не надо. Не, которую я укоренял. Да, я вырастилась. Так. И такие дальше, чтобы. Дальше я вот здесь все подрезаю. Дальше надо вот здесь, наверное, сюда отгинать бы. Погнуть. Так вот. Сделать сюда ветку. Если... Так, лицевая у меня, где сторона? Вот это будет. Вот это, наверное. Потом надо будет наклонять немножко. Ладно, я сейчас, наверное, все срежу. Потому что это все это хилые, и у них между узлы эти такие длинные. Я их вот тут срезаюсь. Здесь все, что можно, это тоже. Здесь срежу все. Так, гранат отросит новый. Так, тут у меня что? Только листья летят. Листья можно на чай, очень полезные. Гранатовые листья. Поэтому листочки мне убрал. Так, и прямо так режу. Так, и здесь. Здесь. Вот это вот режу. Все толстое. И здесь так. Вот, все посрезал, короче. Все, что можно. Это толстое. А эти ветки. Если они вырастут. Сейчас я вот эти повыбираю, повтыкаю сюда. Вообще-то не буду. Спине надо больше. Так он толщина будет нормальная. Вот эти еще приживутся. Приду. Вот это вот уже не надо, оно уже не прижилась, тонкий. Эти тоже. С точки выбирать. Так, вот это вот надо что-то высоко на. Нравится мне. Так, вот эту ветку она снизу идет. Она здесь не нужна. Это щель. Точать нечего. Но вот эти... Три, если отрастут, то я приду сюда. Я посмотрю, живой, не живой тут. Ну, непонятно что-то. Живой, мягкий вроде. Пусть стоит. Если что, я приду сюда, створю вот эти четыре черенка. Ну, вот такой вот у меня
Это ему, знаете, сколько же? Сколько же ему лет? В 20-м году я садил. С этих. Свобода. А здесь я просто кушаю. Да, в 20-м году посадил. В 20-м году я его сплетал так. В 20-м, а какого месяца? Так. В феврале. Два года ему было. Два года. В феврале месяце было. Ну ничего, он срастись, я не знаю, когда он срастется, через сколько лет, но формировать такой стволик можно сразу. И вот это сюда тоже в плиту потом. Постепенно, если буду так утолщать, толщать. А может просто так оставлю, больше ничего не буду втыкать. Вот видите, некоторые стволики хорошо, вот видите, вот два стволика. Стволика утолщились, а остальные не хотят. Может, некоторые не прижились, я не знаю. Ну, которые засохнут, я их оттуда удалю потом. Вот такой вот майоги, стиль майоги будет. Ну, всем пока-пока. Моя рука вам машет до свидания. Всем добра, счастья. Выращивайте бонсай. Счастья, любви. И долголетия, как говорится, всем.